Победители получат премию. Муниципалитеты, которые достигли лучших показателей по итогам предыдущего года, могут рассчитывать на грант главы Чувашии. Предусмотрено 3 призовых места, а в республиканской казне на эти цели заложено 50 миллионов рублей. Итоги конкурса станут известны в июне 2017 года. Этот и другие вопросы сегодня обсуждали на заседании Кабинета министров республики. Один из критериев при отборе претендентов – эффективное управление муниципалитетом. Серьезная премия должна стимулировать глав районов и городов. Средства будут направляться на развитие общественной инфраструктуры. Правительство также рассмотрело вопрос роста родительской платы за посещение детского сада на 5,6%. Согласно постановлению, в 2017 году стоимость пребывания ребенка в детском саду за 12 часов составит 54 рубля 40 копеек. Если ребенок находится в саду меньшее время, то и плата, соответственно, меньше. Как отметил министр образования Юрий Исаев, при этом сохраняются все льготы. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено более 36 миллионов рублей. Сегодня различные выплаты получают более 97 тысяч детей или 38% от их общего числа. На заседании правительства также был сформирован оргкомитет по подготовке и проведению празднования столетия газеты «Советская Чувашия».